Так, это у нас Харьков, 8 декабря 2020 год, 16:14, по Киеву, Ивона на МКС. Несется. Мчит. Небо не абсолютно далеко чистое. Поэтому все будет размазано. А я буду играться зумом, пытаясь поймать нашу птичку. Максимальное увеличение вряд ли получится, 125 крат. А потом посмотрим Юпитер с Сатурном сблизившийся. Вот она, наша красавица. Прямо над нами. Не материте меня сильно. Как могу, так попадаю. А под фотоаппарат 125 крат увеличения. Никакие. Приспособа уследить за этой красотой не помогут. Приходится ловить вручную. Размазано. Ну, чем дальше? Чем мы занимаемся? Спутник снимал, он МКС летит. Вон. Международная космическая станция. Только я вас попрошу без мата, сейчас идет видеозапись. Я не предполагал, что вы собирались материться, просто не испортить. А кто матерится? Я, по-моему, без мата сказал. Прекрасно. Чем вы занимаетесь? Прекрасно. Предупредил вас, пожалуйста. Вы внешность. Матюкаться. А при чем тут матюкаться? Не знаю, это спутник или самолет, непонятно. Спутник. Я вижу, у меня 125 крат увеличения. Я его даже эти вижу, солнечные панели. Видите, труба выдвигается как? А вот то слева от него Марс. Краснеет. Двадцать с лишним тысяч километров в час эта штукенция шпарит. На высоте 400 километров. Ну я стою, чтобы у меня здесь ветра не было. Яма. Я здесь в воскресенье стоял. Хороший вид, ветра нет. Ну, он уже почти за горизонт спрячется. Все. Ладно, смотрим на Марс. Вот. Марс. А вот Сатурн с Юпитером. На одном разница между ними сейчас. Они идут на сближение
один угловой градус между ними и 10 минут. Не знаю, нечистое небо, поэтому не уверен я, что расплывается все. В воскресенье было видно и спутники Юпитера, и кольца Сатурна в одном кадре при увеличении. Но сейчас небо похуже. Да, не видать. Вот Юпитер. Полос не видно, ничего не видно. Ну, небо, дымка. Сейчас глядим на кольца Сатурна и пойдем домой отогреваться. Да, много-много хуже видно, чем по сравнению с воскресеньем. Ну уж как получается, на природу жаловаться глупо, на погоду. Можно, но глупо и некому. Опять ветерок даже сюда задувает. До Сатурна 1 600 000 000 километров, но ветер. До Юпитера 860 000 000 километров. И 104 000 000 километров до Марса. Лады. Пойдем посмотрим, хоть что-то получилось через эту дымку снять. 16:23 по Киеву, Харькове. 8 декабря.